А ну отдай мой каменный топор и шкур моих набедренных не тронь, молчи, не вижу я тебя в упор. Сиди вон и поддерживай огонь, выгадывать не смей на мелочах, не обошляй семейный наш уклад, не убраны пещеры и очаг. Разбаловалась ты, матриархат, придержи свое мнение, я глава и мужчина я, соблюдай отношения, первобытно общинная. Да мамонта убьют, подниму твой, насчет добычу поровну делить, я не могу весь век сидеть с тобой. Мне надо хоть кого-нибудь убить, бить, ведь старейшины сейчас придут ко мне. Смотри, еще не выйди холой к ним, век камень да не достать камней. Мне стыдно перед племенем моим, ведь бы жен мне, наверное, разобрался бы с вами я, но дела мои скверные, потому многами я. А все твоя проклятая родня, мой дядя, что достался кабану, когда был жив, предупреждал меня, нельзя из людоедок брать жену. Не ссорь меня с общиной, это ложь, шабут к тебе кто-то пристает, не клевещи на нашу молодежь, она надежда наша и оплот. Ну что глядишь, тебя пока не бьют, отдай топор, добром тебя прошу, а шкуры где, ведь люди засмеют, до трех считаю после за душу, до трех считаю после за душу, до трех считаю после за душу.